Всем привет, друзья, с вами Варчик. Поговорим в этом видео более подробно про патч 1.14. Покатал этот патч я на тесте, поэтому уже сложил впечатление про этот патч. Сейчас я с вами им поделюсь. Грубо говоря, в этом видео я вам кратко расскажу все те впечатления, которые я получил от патча на тесте. Но если хотите посмотреть целиком, на канале есть стрим, можете посмотреть, как я замечательно провел время на этом тесте. Итак, давайте пройдемся по нововведениям этого патча, и я вам расскажу свое мнение. Итак, ветка чехословацких тяжелых танчиков. Что я почувствовал, когда на ней поиграл на тесте? Ну, как обычно, на тесте протестировать танк нормально невозможно, поскольку все занимаются чем угодно, но неадекватной игрой, и все играют на фулл голде. Но по ощущениям, корпус большой у всех танков этих тяжелых, корпус ватный, боеукладка слабая, каждый раз ее выбивают. У ВНов не сильно много, по 7 градусов и только на десятке 8. Этих градусов далеко не всегда хватает. В корпус пробивает легко. Башня довольно-таки бронированная, во лбу, держит удар хорошо. Но у всех танчиков есть лючок, который легко пробивается. Удержать свою позицию, играя от башни на ближней дистанции, будет тяжело, а вот на средней дистанции танчик танкует в самый раз. Но опять же нужно закопаться поглубже, чтобы не показывать свой дырявый корпус. Также у этой ветки очень хорошие стабилизации. Так себе, конечно, показатели точности и сведения у барабанов, но стабилизация хорошая и на цикличном, и на барабанном орудии. Пробитие немножко пониженное, особенно у голды. В честь чего это сделано, я не понимаю, поскольку у танка все-таки лючок какой-то на голове есть. И корпус не такой уж бронированный. У танков, у которых броня ультимативная и прям жесткая, только там пониженное пробитие. Неужели здесь такая броня? Но ей получится далеко не всегда пользоваться. Пробитие голдой на 10 уровне 306. Прям скажем, прямой конкурент ИСа 7. У него примерно столько же. Скорость полета снаряда, что на ББ, что на голде под калибером примерно одинаковая. 900 с хвостиком и под калибером 1000 с хвостиком практически одинаковая скорость. Что обидно, и пробитие пониженное на подкалибере. И с расстоянием он сильно пробитие теряет. Так еще и скорости полета снаряда бешеной какой-то там нет. На мой взгляд, предварительное мнение, что эта ветка просто норм, не полное помоище, но и имбой тут не пахнет. В принципе, если бы все ветки такие были, то в целом и пусть будет. Но когда есть имбовые танки, скорее всего комьюнити скажет, что параша. Но на основе мы эту веточку прокачаем, плотнее с ней познакомимся, и там уже мнение будет окончательное. Это чисто так, цветочки. Ягодки будут потом. Также на тесте можно было посмотреть апы прем танков, что я замечательно сделал. И ни одного боя на них не сыграл, поскольку на 8 левеле попасть тяжело. В бой в основном все играют на десятках. Я просто посмотрел, что им поапали. Примерно все прем танки апнули в нужную сторону, но апнули как-то так. По циферкам маловато, и не всем танкам апнули все, что нужно было. Это уже на основе будем разбираться. Скорее всего, апы такие косметические, как обычно. А некоторым танкам прям явно апнули очень мало. Новая карта для случайных боев — Старая Гавань. На стриме была замечательная шутка, которую здесь я говорить не буду. Как я назвал эту Старую Гавань? Эта карта прям очень сильно пересекается с картой из Вод Блиц. Только она в разы больше. Там есть и большая зелень, и большая гавань, в которой можно ездить через корабли, через всякие там ангарчики. Очень много стен, там какое-то еще подземелье есть с какими-то туннелями. В общем, карта большая, разнообразная, и с ней разбираться придется еще долго. Единственное, что очень странно, добавили какой-то режим для тестирования карт, потом его убрали, а некоторые карты без тестирования в новом режиме сразу напрямую в игру добавляют. Последовательность у разработчиков так и не появилась. Специальный тренировочный режим — топография. Я бы сразу переименовал этот режим в порнография, поскольку это обучающий режим, и такого ужасного обучения я не видел ни в одной онлайн игре. Суть этого режима в том, что вы выполняете какие-то разъезды по картам. У меня раньше была рубрика «Идеальный маршрут», где я показывал, как нужно ехать, от какой позиции к какой, что на них нужно делать, почему, в каком случае применять такую тактику, для того, чтобы на карте показывать хороший результат. И я там объяснял, что и почему делать.
Это примерно то же самое, только это не идеальный маршрут, это порнография, которую разработчики назвали топография. Поскольку там, на каждой карте, в этих сценариях, которые вы должны отрабатывать на карте, очень много ошибок. И если люди будут этому обучаться, игроки всерьез будут обучаться ошибкам. Там крайне неправильные тактики, которые невозможно и нельзя играть в рандоме, ошибочные позиции. Этот режим нужно запретить и убрать сразу же, это позор. Столько тактических ошибок не увидишь даже у 45% рачка. Этот режим просто ужас. Можете посмотреть на стриме, там я разбирал карты и объяснял, где там и какие ошибки, и что делать там нельзя. Изменение условий личных боевых задач для САУ. Это я даже не смотрел, в этом не разбирался и делать этого не буду. Тема артиллерии меня не интересует, пока ее не уберут нафиг из игры. Ну а когда ее уже не будет, то уже в принципе говорить будет не о чем. Обновленная линия фронта 2021. Поиграл я немного в этот режим, что могу сказать про него? Ни хрена не изменилось. Это как была нудная параша, в которую я не хочу играть, так и не собираюсь играть в нее дальше. Это самый нудный и неинтересный режим за всю историю создания World of Tanks. Если он вам нравится, это ваше мнение. На мой взгляд, это самый убогий режим, в который я вообще когда-либо играл. Также еще были правки на картах. На карте Руинберг на зелени заколотили дырку с балкончиком. Чуть-чуть домик раздвинули и кустик чуть-чуть подрезали. В принципе, все, справились. Сомневаюсь, что карта станет сбалансированной, но разработчики никогда в этом и не были сильны. Какой смысл от них это требовать? Но еще небольшое изменение, которое на самом деле очень глобальное и все давно его ждали. Из игры наконец-то убрали скользкие камни. Если сказать точнее, не камни убрали, а просто сделали их не скользкими. Я специально покатался по этим скользким якобы там буграм, камням и скалам. Что-то катался по ним, катался. Танк как скользил, слегка как его тянуло вниз, так и тянет. Ну в принципе по физике танк и не должен на гору ехать. По ощущениям просто стало не настолько скользко как было и все. Но это нужно еще проверять на большем количестве карт и танков. Но по крайней мере в эту сторону разработчики хотя бы начали двигаться уже хорошо. Вот в принципе и все изменения в патче 1.14. Возможно к концу патча еще что-нибудь в него добавят. Поскольку обычно патч длится долго, у него есть несколько итераций. Что-то в нем меняют, что-то добавляют, что-то убирают. Поэтому до патча доедет примерно вот это, но с небольшими какими-то изменениями или добавлениями. В целом патч для меня лично на самом деле небольшой. Может быть для разработчика он и большой, для меня нет. Поскольку линия фронта идет лесом. Режим порнография идет лесом, изменение ЛБЗ для арты туда же. Остается косметический апрен танков, который мне тоже не слишком интересен. Одна новая карта старая гавань и неоднозначная новая ветка тяжелых танков. Что-то даже эмоций никаких нет, стало как-то грустненько. Вот такой вот патч нас ждет, 1.14, с вами был Варчик, играть красиво, всем пока.